Здравствуйте, друзья, здравствуйте, уважаемые гости. Мы начинаем нашу сессию «Sharing is caring», «Sharing экономика», «Перспективы развития сервисов аренды транспорта». Обсуждаем, как это влияет на наш с вами мегаполис, вообще на городскую среду. Меня зовут Завьялов Дмитрий, я заведующий кафедрой предпринимательства и логистики Российского экономического университета имени Плеханова. Ну и мы с вами начнем разговор с шеринговой экономики вообще, с платформенной экономики. Я думаю, мы все понимаем, что она достаточно прочно вошла в нашу жизнь. Это не какое-то сиюминутное явление. Мы видим, как шеринговые сервисы, какое влияние они оказали и оказывают на экономику, в том числе на городскую среду. Мы видим, насколько выросла популярность шеринговых сервисов. Если вот на секундочку задуматься, смотрите, за 6 последних лет 130 миллионов поездок на каршеринговых автомобилях. Мы при этом не говорим о том, что еще есть велосипеды, еще есть электроскутеры. Ну и понятно, что вот шеринговые платформы, они открывают как бы целый большой слой, который позволяет более эффективно управлять и строить городскую среду, сервисы мобильности, повышать уровень мобильности горожан. И, собственно, об этом сегодня мы и поговорим с нашими экспертами и гостями. Я представлю наших сегодняшних участников. У нас с вами на связи Валентина Севина, инженер, директор по планированию мобильности в агентстве окружающей среды и мобильности территорий города Милана. Valentina, can you hear us? Yeah, very well. Да, очень хорошо слышу. Не будет проблем у нас со связью. Магомед Калгаев, руководитель проекта шеринга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Добрый день. Евгений Татарников, коммерческий директор ВТБ Лизинг. Добрый день. Также в онлайне у нас Сэм Зайт, основатель и председатель совета директоров GetAround. Сэм, it's great to have you here. Good day. Thank you. С нами Лариана Сардар, сооснователь и генеральный директор Белка Кар. Лариана, здравствуйте. Ну и мы ждем, что к нам присоединятся еще гости. А пока давайте начинать. Я думаю, что тема у нас с вами безумно интересная, и наш единственный враг сегодня – это время. Поэтому бороться мы с ним будем вместе, придерживаться регламента. Если что, я буду нервно ерзать в кресле и жестикулировать. Поэтому давайте еще раз представлю нашего первого гостя, Валентина Севина. Валентина, hello, I hope you can hear us. Валентина, вы нас слышите? Okay. Да, доброе утро. А, нет, у вас уже обед. Добрый день. И большое спасибо за приглашение. Я очень рад присутствовать на Московском урбанистическом форуме. Очень рада, что вы к нам смогли присоединиться. Я думаю, что во время локдауна самое большое развитие получили велосипедные дорожки во многих городах Европы. И Милан — это прекрасный пример, потому что вы действительно трансформировали 35 километров центральных дорог в велосипедные дорожки. И вы активно продвигаете эту идею, вы продвигаете микромобильность, пешеходное движение, велосипеды. Стате Аперте — это замечательный проект. Насколько я знаю, вы планируете сейчас запустить особую цифровую платформу, чтобы объединить 17 разных операторов городской мобильности. Расскажите, пожалуйста, как Милан работает с услугами мобильности? Какие подходы и инструменты являются самыми эффективными? Как вы создаете эффективную, устойчивую и безопасную среду в городе? Ну что ж, хорошо. Я начну сейчас свою презентацию. Сейчас я поделюсь экраном. Дайте мне буквально одну секунду, пожалуйста. Так, получилось, да? Итак, когда я говорю о шеринг мобильности, обычно я начинаю вот с такого графика. Это план устойчивого развития городской мобильности Милана. И вы видите, что этот план состоит из четырех основ.
Это устойчивая мобильность, это равенство, безопасность и социальная сплоченность, качество окружающей среды, инновации и экономическое развитие. Самая главная цель нашего плана устойчивого развития городской мобильности заключается в том, что нужно сократить моторизированные транспортные средства, сократить пробки в городе и сократить выбросы CO2 в атмосферу. Одна из основных целей нашего плана заключается в следующем. Мы используем инструменты для того, чтобы сократить уровень моторизированных транспортных средств. И для этого мы используем так называемый шеринг-сервисы. Как вы видите, мы начали реализовывать эту программу еще в 2010 году. Тогда у нас было 541 тысяча автомобилей в городе. А в прошлом году у нас было 494 тысячи автомобилей в городе. Это значит, что у нас произошло значительное сокращение количества моторизированных транспортных средств в городе. То есть раньше у нас на 100 жителей приходилось 49 автомобилей, а сейчас 46. Вот такая цель стояла перед нашим планом. На этом слайде я хотел бы показать вам историю наших шеринг-сервисов. Итак, мы начали довольно давно, на самом деле, еще в 2004 году, когда мы создали первый проект шеринга автомобилей. А затем уже в 2008 году мы ввели программу шеринга велосипедов, но на самом деле инновация, или, скажем так, революция произошла чуть позже, когда город Милана начал открывать город для частных компаний, предоставляющих услуги в сфере мобильности. И вот с того момента инновации начали происходить очень быстро. Появилось огромное количество компаний, и компании стали действительно менять поведение людей и того, как они используют разные сервисы мобильности. Ну что ж, это следующий слайд. Здесь вы можете увидеть, как люди пользуются разными шеринговыми системами у нас в городе, в Милане. Здесь вы можете увидеть показатели 2020 года. Это когда у нас как раз случился локдаун. С 9 марта 2020 года нас закрыли по домам. И вот первый локдаун закончился только в мае 2020 года. И на этом слайде вы можете увидеть, как сокращалось использование различных шеринговых сервисов. Ну вот, например, по автомобилям. Да, произошло падение на минус 92% в апреле 2020 года по сравнению с, например, обычными показателями 2019 года. По другим показателям на ситуация немножко другая, но в сентябре 2020 года ситуация в любом случае более-менее нормализовалась с точки зрения использования сервисов шеринговой мобильности и услуг, транспортных услуг в городе. Но вот сейчас в октябре, да, 2020 года опять случился локдаун, опять пандемия по нам ударила, и в мае тогда 2020 года для того, чтобы поддержать общественный транспорт, были введены ряд мер, потому что, конечно, использование общественным транспортом было ограничено, и они использовались на 50% от обычной загрузки. И для того, чтобы поддержать общественный транспорт, была введена специальная стратегия. Это была целая политика, направленная на шеринговую мобильность. Мы начали реализовывать различные проекты. И проект, который мы начали, назывался «Strade Aperte». Благодаря этому проекту
мы смогли добиться ряда целей. Сначала у нас цель заключалась в том, чтобы создать 30 километров дорожек для велосипедистов, но на самом деле большая цель была в том, чтобы создать 68 километров таких велосипедных дорожек, открыть город, открыть дороги для жителей. И после этого проекта мы действительно увидели, что мы открыли огромное количество дорог для велосипедистов, 35 километров. Это очень интересный проект для города в целом, потому что благодаря этому мы увидели, что обычные дороги были перестроены. Итак, шеринговая мобильность сейчас в основном состоит, конечно, из каршеринга. 30 тысяч автомобилей, 14% из них полностью электрические по велосипедам, это 15 тысяч велосипедов, 23% из них электрические. После этого у нас идет 4500 мопедов, 100% электрические, и 5250 самокатов, 100% из них электрические. Вот что у нас есть в городе. И здесь вы можете увидеть, как мы пользуемся этими всеми услугами мобильности. По каршерингу здесь у нас примерно 9000 человек арендуют такие автомобили. Дистанция, которую они проезжают, в среднем 11 километров. Раньше эта дистанция была меньше. Итак, сейчас это 11 километров. Раньше в среднем это было 4-5 километров. Ездили примерно 20 минут. А сейчас мы видим, что машины арендуют на примерно 86 минут и проезжают 11 километров. Итак, стали по-другому использовать велосипеды, и я уже рассказала вам о том, что их стали более активно использовать. Каждый день арендуют порядка 14 500 велосипедов, в среднем человек проезжает 1,5 километра, ну и среднее время аренды такого велосипеда 18 минут. Следующее – это мопеды. Итак, в среднем мопед проезжает 3 километра, когда его арендуют, и 12 минут. А по самокатам здесь у нас в среднем люди проезжают 1,5 километра и едут в среднем 12 минут. Город Милан начал с того, что организовал компанию, которая на 100% принадлежит правительству Милана и департаменту мобильности. Итак, мы посвящаем много времени мониторингу мобильности для того, чтобы дать Милану все необходимые данные, чтобы знать, как используется система мобильности в Милане целиком. Мы начинаем с того, что разбиваем город на две большие зоны. Это зона Б и зона С. Зона Б – это та часть, которая находится в центре города, где есть большие ограничения по скоростям. И зона С – это та, которая находится дальше от центра. Дальше в зоне Б больше всего пробок, на нее приходится 37% территории нашего города. И очень важно, чтобы в этой зоне не было слишком большого количества выбросов газов в атмосферу. То есть здесь остро встает вопрос защиты окружающей среды, создания хабов. И у нас есть законодательство, согласно которому ваша машина должна отвечать требованиям зоны Б. И так мы работаем с правительством, с
с различными департаментами, даем им информацию о том, где происходят пробки, как люди пересаживаются с одного вида транспорта на другой, где они паркуются, как обстоят дела с шерингом автомобилей и так далее. И так мы каждый день людям, которые составляют стратегии, отправляем вот такие данные. Синим цветом вы можете увидеть сеть транспортная, как она используется. Синим цветом показано то, что было в 2019 году. Дальше вы можете увидеть, как использовали транспорт в июне 2019 году. Желтым показана ситуация по дням. Вот, например, вы можете зайти на 14 июня 2019 года и посмотреть, что было. И также вы можете черной линией увидеть, как использовали общественный транспорт во время локдауна. Вот здесь вот вы можете увидеть еженедельный мониторинг мобильности, пробки в городе. Это количество въездов в зону с ограниченным движением. Здесь вы можете увидеть количество въездов в зону С, также с ограниченным движением. Здесь вы можете увидеть, как арендовали машины. Это данные по каршерингу. Ну и опять же, вы видите, что в июне 2020 года данные, показатели, конечно, упали, даже по сравнению с 2019 годом, да, практически на 50%. Здесь вы можете увидеть, как используют мопеды, как используют самокаты. Это еженедельный мониторинг самокатов, как раз я показываю вам на слайде. И, конечно, использование мопедов – это важная информация. Потому что благодаря таким данным вы можете лучше анализировать ситуацию. Зеленым цветом показано то, что у нас есть сейчас, а другим цветом показано то, что у нас было в январе 2020 года, когда мопеды только начали входить в оборот и когда их только начали арендовать. То есть благодаря вот таким графикам вы можете с легкостью сравнить, что вы имеете сейчас и что у вас было, когда вы только ввели подобную услугу. И как вы видите, вот мопеды для нашего города оказались очень важным средством перемещения. И также вы можете понять, с какими проблемами сталкивается город. Дальше здесь вы можете увидеть, как используются наземные парковки. И вот здесь вы можете увидеть, как используются парковки для того, чтобы пересесть на другие виды транспорта. Это вся информация, связанная с городом Милана. Ну что ж, это мой последний слайд. И в завершении своей презентации я хотел бы сказать вам следующее. Мы рассказали вам о том, что у нас есть особая система мониторинга. И когда вы делали вводное слово, вы уже говорили о том, что у нас действительно введена умная система. Она позволяет нам мониторить различные сервисы шеринга на одной платформе. Сейчас мы тестируем эту особую платформу. Она разработана в рамках европейского проекта. Мы получили соответствующее европейское финансирование. И мы получили финансирование от организации EIT Urban Mobility, и наша цель заключалась в том, чтобы создать особую систему мониторинга мобильности. Это особая платформа, которая дает нам возможность сравнить, как люди арендуют в каршеринге машины каждый день. Мы получаем эти данные каждый день. Мы можем посмотреть на то, как арендуют другие виды транспорта и как стратегии города влияют на каршеринг. Итак, прямо сейчас мы стремимся собрать воедино все системы мониторинга мобильности в рамках одной платформы. Мы уже достигли
70% по интеграции разных видов транспорта в нашу платформу. И мы, конечно же, хотим увеличить этот показатель, чтобы к концу этого года 100% мобильных сервисов были интегрированы в нашу платформу, и мы получали максимально все данные. Большое спасибо. Спасибо за то, что дали мне возможность выступить. Мы, конечно же, работаем с искусственным интеллектом города Милана для того, чтобы мониторить все системы мобильности, все сервисы шеринга, доступные в нашем городе, чтобы дать нашим политикам максимальную информацию по дням, по неделям, даже по минутам, чтобы они понимали, что происходит в нашем городе прямо сейчас. Валентин с нами поделился опытом Милана. Я думаю, что как раз сейчас самое время обсудить московский опыт. Благо, что у нас есть отдельно проекты, посвященные шерингу. Мы с вами видим, насколько активно развивается вообще, наверное, Магомед. Да, Москва один из лидеров по развитию шеринговых сервисов. Мы видим, что каршеринг, велосипеды, самокаты. 125 тысяч поездок на каршеринговых машинах каждый день. Да? Велосипеды, самокаты – это как бы отдельная статистика. И, в принципе, все эти меры – это отличная альтернатива личному автотранспорту. Мы все-таки более эффективно используем и городское пространство, и разгружаем дорожно-транспортную сеть. Ну, а, соответственно, у меня вопрос – какие перспективы? Каким вы видите ближайшее будущее этих сервисов? Ну и такой вот у меня вопрос уже больше, как знаете, от науки и от практики. А когда же мы увидим наконец-то полноценное MaaS-приложение, которое объединит в себе все эти сервисы, и мы им сможем воспользоваться? Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотел бы начать со слов благодарности за то, что позволили выступить на площадке, за то, что в такой тяжелый момент удалось найти формат, при котором все могут выступить, продолжить делиться опытом и взаимодействовать, потому что застаиваться нам категорически нельзя. Хотел поблагодарить Валентина, предыдущего спикера. Он много с нами взаимодействует, несколько лет уже помогает нам. Собственно, каршеринг впервые мы подсмотрели в Милане. Оттуда все и началось. Теперь непосредственно к презентации. Я стоял на определенном перепутье рассказывать больше про статистику и цифры, либо про те позитивные и положительные эффекты, которые сервисы шеринга позволяют достичь. Поэтому постарался скомбинировать и то, и другое. Разделю на два блока. Первый блок – это те показатели достижения, которые формируют сервисы шеринга. Это те поездки, которые совершают их пользователи, те регистрации, те решенные транспортные задачи. Второй блок – это инфраструктурные и правовые аспекты. Это то, что мы делаем для того, чтобы эти сервисы функционировали. Подводя итоги 2020 года, мы достигли значительных цифр, значительных рекордов. Более 45 миллионов поездок было совершено только на каршеринге, порядка 2 миллионов на самокатов и порядка 5 миллионов на велосипедах. Всего с момента запуска сервисов более 170 миллионов поездок было совершено. 90% из указанных поездок являются транспортными. Это значит, что люди при решении своих транспортных задач не прибегают к использованию личных автомобилей и других видов транспорта, пользуются шеринговыми сервисами, которые позволяют использовать одно транспортное средство несколько раз в день. Средняя медиана – это 6-7 поездок на транспортное средство, и она характерна практически для всех видов шеринга. Каршеринг развивается очень динамично и, можно сказать, по экспоненте. Однако в 2020 году, ввиду того, что деятельность каршеринга была приостановлена, мы увидели определенный спад. Это связано с тем, что и пользователи меньше совершали поездок, потому что большую часть времени находились дома, и с тем, что операторы несли определенные убытки. С тем, чтобы эти убытки как-то компенсировать, мы ту льготу на парковку, которую предоставляем ежегодно, позволили на более выгодных условиях продлять. Сейчас в московском парке каршеринга более 26 тысяч автомобилей. И что мы планируем развивать дальше, я расскажу как раз чуть позже, какой аспект ключевой. Нужно сказать, что больше половины пользователей сервисов каршеринга приняли решение о том, что готовы отказаться от личного автомобиля именно благодаря появлению и развитию такого сервиса. У большинства пользователей, больше чем половины, личные автомобили уже есть. Просто теперь они им пользуются много реже. На экране можете видеть тепловую карту. Это короткие поездки каршеринга на дистанцию менее 5 километров. Они характерны для тех районов, где в меньшей степени развит наземный транспорт, там, где нет удобных маршрутов. Благодаря такой работе с аналитикой, с телеметрическими данными, мы понимаем, в каком направлении нам нужно развиваться и двигаться дальше, где нужно развивать магистральный транспорт и так далее.
велопрокат развивается очень стабильно, потому что мы этот проект ведем совместно с банком ВТБ. У нас есть понятные цели, задачи и критерии роста. Но нужно сказать, что основной задачей в развитии проката, велопроката является увеличение доли электротранспорта, потому что электровелосипеды куда более комфортны, и расширение сети за пределы ТТК и в границах МКАД, с тем, чтобы как можно больше число пользователей могли воспользоваться указанным сервисом. Это карта наших станций. Они располагаются достаточно систематично. У нас есть правило примерно 500 метров между станциями. И придерживаясь этого правила, мы стараемся развивать всю городскую сеть. Сервисы самокатов, прокаты самокатов развиваются активнее всего. Они показывают самый значительный рост. За конец июня 2021 года пользователи совершили более 2,5 миллионов поездок. Это больше, чем за весь 2020 год, когда было совершено 2 миллиона поездок. А мы видим большой потенциал в поездках на самокатах, потому что люди, опять же, отказываются в том числе от автомобилей при совершении подобных поездок. Сейчас у нас 7 операторов, мы планируем, что к концу сезона их будет 8, а парк самокатов будет увеличен до 25 тысяч. Во время слайда про велопрокат не отметил, сейчас порядка 7 тысяч велосипедов в городе. Это поездки самокатов, которые совершаются по двум основным факторам. Первое – это наличие инфраструктуры, о которой чуть позже сейчас скажу. А второе – это те маршруты, которые выбирают пользователи, потому что они находятся вблизи их офисов, бизнес-центров, домов и так далее. Сервисы самокатов – это, наверное, самая приоритетная сейчас из сервисов шеринга статья, потому что это самый большой значительный рост показывают. При этом есть много вопросов в части безопасности дорожного движения. Именно поэтому мы предприняли ряд мер. Еще в 2018 году заложили первый кирпичик и постепенно ведем регулирование, находимся в постоянном диалоге с сервисами шеринга, сервисами проката самокатов, с тем, чтобы повысить безопасность. Для этого мы вводим определенные медленные зоны, они есть на карте справа, вводим требования к самокатам, что они должны оснащаться сменными батареями, аккумуляторами, сменными аккумуляторными батареями, подвеской и так далее. Соответственно, мы ведем огромную работу в этом направлении с тем, чтобы сделать поездки максимально безопасными и комфортными. Нами были направлены предложения Министерства транспорта в части изменений ПДД, ну и мы ведем на уровне города в той мере, в которой нам позволяет законодательство регулировать взаимодействие с операторами кикшеринга. И я понимаю, что время истекло, но очень важная и насущная тема, о которой все сейчас говорят, это сервис каршеринга для друзей Рули. Это платформа, которую мы запустили в режиме сбора заявок в начале мая. Основная задача – это создать такой сервис, который позволит делиться своим автомобилем со своими друзьями, знакомыми, с теми людьми, которым вы доверяете. Очень много автомобилей личных в настоящее время простаивают, как раз по той причине, которую я озвучивал в самом начале. Появились те средства передвижения, которые позволяют, собственно, не использовать личный автомобиль. Это наземный транспорт, общественный, подземный, это каршеринг, велопрокаты, самокаты. Поэтому появился пул автомобилей, которые в настоящее время не используются и просто занимают парковочное место. С тем, чтобы повысить их утилизацию и позволить другим людям отказаться от покупки личного автомобиля, собственно, мы и придумали эту систему. Сейчас мы собираем пользователей для того, чтобы проводить тестирование, первую сотню тестировщиков. На основе их обратной связи мы доработаем наш сервис, улучшим его, и примерно к сентябрю планируем масштабный и запуск, который будет адресован абсолютно ко всем пользователям на основе наших доработок. Собственно, сервисы, указанные выше, про которые я рассказывал, все они направлены на две простые вещи. Это более рациональное использование ресурсов, это, наверное, характерно для всей шеринг-экономики, и отсутствие необходимости приобретения новых видов транспортных средств, автомобилей, самокатов и велосипедов. Время уже вышло, я бы с удовольствием еще много чего рассказал, но, к сожалению, вынужден завершить. Спасибо. Да, спасибо, Магомед. Я надеюсь, у нас еще будет время в конце на небольшую дискуссию. Мы к этому вопросу вернемся. Как раз вот в продолжении последней темы, посвященной, ну, такому, да, народному шерингу, наш следующий спикер, я хочу представить еще раз Сэм Зайт, основатель компании сервиса Get Around. Сэм, are you with us? Can you hear us? Вы нас слышите? Да, прекрасно слышу. Сэм, конечно, здорово, что вы смогли присоединиться к нам. Ваша услуга работает в 8 странах.
get around. И мне нравится девиз на вашем сайте. Стань предпринимателем, делящимся своим автомобилем. Я хотел спросить, как вы умудрились расширить, нарастить ваш бизнес? Вы работаете в разных странах с разными культурами, с разными законодательствами, с разными культурами вождения. Что вы думаете о конкуренции? Каково ваше место на рынке? Считаете вы, что рынок, рост рынка ускорится в ближайшем будущем или нет? Спасибо, отличные вопросы. Давайте я сейчас свои слайды выведу на экран и с удовольствием отвечу на них. Секундочку. Hopefully everybody can see my screen. Надеюсь, всем видно? Да. Awesome. Well, thank you. Спасибо. Быть очень рад присутствовать здесь. Сам Зайда, меня зовут Сэм Зайд. Я один из основателей, исполнительный директор компании GetAround. Наша задача компании исправить неработающую модель владения автомобилем. 95% времени машины простаивают. Это, конечно, приводит к большим тратам пустым. И, знаете, машинами могут пользоваться только владельцы, у которых есть ключи к машинам. В результате этого мы не можем использовать машины на 100%. Решение проблемы, мы называем ее рынок цифрового каршеринга GetAround. Мы объединяем владельцев, которые свои машины дают гостям, и предприниматели, отдельные лица, это владельцы, а гости — это потребители, и мы даем им лучшую цифровую замену владению автомобилем. Мы видим, наш бизнес растет в городах, в странах, в городах, пригородах. И у нас есть платформа, она отличается от других платформ каршеринга. Наши машины соединены, и она все время в цифровой связи с платформой. Это позволяет нам трансформировать ручной бизнес в полностью автоматизированный цифровой бизнес. Как вы указали, мы в 8 странах, там 850 городов, и мы находимся на переднем крае цифрового каршеринга. У нас в 20 раз больше машин по сравнению с ближайшим конкурентом. Чем мы отличаемся? Где мы пытаемся облегчить жизнь для своих клиентов? В любом месте можно использовать машину. Это позволяет людям находить машину в течение 60 секунд. Вы загружаете приложение, подписываетесь сразу. Вы можете брать машину на час, на день, на неделю. Вы можете выбрать марку автомобиля, несколько автомобилей в близлежащем районе. Подтверждение приходит сразу. Верификация происходит алгоритмически, искусственный интеллект. Ждать в очереди нет, не надо ждать подтверждения, одобрения. Все происходит в течение 60 секунд. Открываете дверь машины с помощью телефона, который служит в качестве ключа. Используется эта услуга таким образом, что владельцы и предприниматели, они на самом деле делают этот процесс очень легким. Where you live,
вы можете найти 50-100 машин недалеко от того места, где вы находитесь. И это единственное место, где предприниматель может управлять целым парком автомобилей за телефоном. Они могут использовать офис. Нет необходимости встречаться с клиентами, проводить оценку, проверку. Все происходит в цифровом формате. Каждый из пяти наших клиентов превращается во владельца и в предпринимателя, который сам начинает сдавать свой автомобиль. Наша модель базируется на модели с минимальным количеством активов. Это позволяет нам быстро расширять охват наших услуг. Справа вы видите две карты, Атланта и Нью-Йорк. Видите количество бронирований. Не только в центре вы видите, но и в различных районах городов. И предприниматели находятся не только в городе, но и в пригородах. И машины могут использоваться везде. И их можно найти везде. И в США, в Европе такова ситуация. Но самое главное, что эти предприниматели, они могут быстро нарастить автомобильный парк. И нет им нужды лично присутствовать при сдаче в аренду. И люди могут использовать машину, бронировать машину на день, на выходные. И услуга эта надежная и удобная для пользователей. Сэм, большое спасибо. Еще, да, пожалуйста. Можно? Времени мало. Ваш опыт работы на рынке, на этой нише, как, о чем он говорит? Да, да. Очень важный момент я хотел бы уточнить. Мы снижаем загруженность на дорогах, снижаем выбросы в атмосферу. И этот рынок будет продолжать расти. И цифровизация будет нарастать. Спасибо за ваше приглашение и за возможность рассказать немного о нашей компании. Спасибо, Сэм, спасибо за то, что поделились вашим опытом. Достаточно примеры. Давайте опять вернемся к нашему московскому опыту. Евгений, вот мы видим, как платформенная экономика создает, по сути говоря, новые направления, новые ниши. Ну, мы это видели с вами там и в такси, и в каршеринге, мы это видим и в микромобильности, там велосипеды, самокаты. Ну, я знаю, что ВТБ Лизинг как бы находится в центре этой инфраструктуры, вы работаете со многими каршеринговыми компаниями, и, насколько я знаю, у вас есть запуск собственной платформы, которая как раз позволит такую сделать подписку на автомобили для физических лиц. Вот отсюда вопрос, как вы оцениваете со своей стороны перспективы этого рынка, куда мы будем развиваться, в каких направлениях, что на эту тему делает ВТБ Лизинг. Пожалуйста. Я поблагодарю не только за возможность принять участие в этом форуме, но отдельная благодарность и департаменту транспорта города Москвы, который взял на себя такую роль в развитии очень, мне кажется, современного и непростого инструмента в виде шеринговой экономики. Отдельная благодарность участникам рынка Лориане Сардер, которая здесь присутствует. Создавать новые сегменты и быть первопроходцами всегда, мне кажется, очень тяжело. Мне кажется, уже сложно представить Лизинг и такси, и каршеринг порознь, потому что на сегодняшний день порядка 70% всех автомобилей такси и порядка 80% автомобилей в каршеринге передаются именно в финансовый и операционный лизинг в различные формы.
Мы понимаем, с чем это связано, такая популярность инструмента, это и наличие программ господдержки Минпромторга в первую очередь, и удобство самого инструмента, минимальные авансы для входа в сделку. И мы, безусловно, достаточно внимательно смотрим на эти сегменты, занимаемся их развитием. На сегодняшний день у нас порядка 5500 автомобилей такси в парке ВТБ Лизинг, и мы планируем эту цифру увеличить до 10000 машин уже в этом году. Наш ключевой партнер в этом направлении — Яндекс.Такси. У нас есть совместная программа, которая позволяет максимально льготные условия получить компаниям, которые живут в инфраструктуре, в экосистеме Яндекса. Вот, мы позитивно смотрим на этот сегмент, особенно в последнее время. За 5 месяцев 2021 года мы более 2000 машин передали в лизинг, увеличили свою клиентскую базу, нарастили сейчас более 300 клиентов в нашем портфеле, и мы не планируем останавливаться. Что же касается каршерингового сегмента, мне кажется, это абсолютный прорыв в ментальности владения автомобилем. И здесь уже отмечали коллеги о том, что это позволяет отказываться от владения собственным автомобилем, но более того, это создало некий такой прокси на то, чтобы уходить от владения в сторону аренды автомобиля, и ментально потребителя, мне кажется, очень активно подвинуло в сторону такого инструмента, как подписка на автомобиль. Это долгосрочная и среднесрочная аренда на автомобиль с включенными сервисами внутри, когда машиной владеет лизинговая компания, а пользуется физическое лицо. Мы думаем, что для лизинговой отрасли именно в этом сегменте будет основной объем сделок в горизонте ближайших 5 лет. Это нас в развитии подвинет максимально к рынкам западных стран, где в некоторых странах до 70% автомобилей покупается именно по схемам лизинга, которые включают в себя подписку. Что же касается каршеринга, у нас действительно на сегодняшний день есть два ключевых партнера. Мы относительно недавно начали заниматься финансированием этого рынка, потому что было немножко где-то страшновато, но мы видим, что постепенно устойчивость этого сегмента, экономика его и дополнительные инструменты, которые коллеги развивают в части контроля транспорта и позитивная правоприменительная практика относительно борьбы с мошенничеством в каршеринге, они позволяют на этот сегмент смотреть более позитивно, и мы планируем, что в горизонте 2-3 лет мы тоже парк увеличим порядка 10000 машин. Я думаю, что многие наслышаны о том, что в рамках МЭФа ВТБ подписал соглашение с Делимобилем о приобретении 15% долей в компании. Вот. Поэтому наш взгляд на сегмент очень позитивный. Я как не только профессионал рынка и сотрудник лизинговой компании, но и как гражданин вижу позитивные изменения, которые несет шеринговая экономика. Мое внутреннее ощущение, и я здесь, его разделяют и мои друзья, и знакомые, по Москве передвигаться стало существенно проще. Этому способствует не только строительство новых развязок и опережающими темпами развития общественного транспорта, но я считаю, что каршеринг и такси существенно в лепту вносят именно в развитие мобильности и в развитие комфорта передвижения по городу. Спасибо. Спасибо большое. Давайте вот как раз, Лориан, переключимся к вам как к представителю как раз другой немножко части этого рыночного сегмента. Вот, знаете, хочется, как правильно сказать, новости из первых рук, да, такие вести с полей. То есть, 2020 год все-таки дался достаточно тяжело. В каком плане? Был локдаун, машины стояли, они требовали все равно обслуживания, требовали лизинговых платежей. Это с одной стороны. С другой стороны, 2021 год, насколько я понимаю, начался достаточно хорошо. То есть, сервисы расширяются, охват расширяется, появляются новые города, новые услуги. Как вы видите развитие ближайшего будущего? Насколько Белкакар хорошо перенесла пандемию, и это уже совсем пройденная история, и как бы новый этап начался, или вы все еще ощущаете какие-то вот последствия? Пожалуйста, поделитесь своим видением. Спасибо большое. Прочитав ваш вопрос, я решил начать презентацию с такого графика, который показывает динамику нашей выручки в 2020-2021 годах. Как видно, у нас было очень, очень тяжелый второй квартал, собственно, у нас был полный запрет на деятельность, но каршеринг, как и многие другие виды общественного транспорта и мобилити,
стал таким бенефициаром постпандемии, хотя трудно, наверное, говорить о том, что мы уже в постпандемийное время живем, но тем не менее мы видим, что утилизация парка выросла, клиенты чаще стали пользоваться, длина поездок, как и в Милане, кстати, интересно, что у нас тоже длина поездок практически там, в полтора раза выросла, и в целом, как вы правильно отметили, 2021 год, он несет хорошие изменения. Собственно, отсюда я хотела бы рассказать, что в период локдауна мы, как и большинство жителей планеты, сидели по дачам, домам и думали, как нам жить дальше. И, собственно, тогда родилась наша новая стратегия, которую мы потихоньку с этого года имплементируем. Наверное, о ней я и лучше расскажу. Можно следующий слайд? Спасибо большое. Мы, собственно, проанализировали, что же такое BelkaCar сегодня, поняли, что мы такая технологическая платформа, которая соединяет, с одной стороны, людей, с другой стороны, технологии. И наша задача — помогать решать людям разные транспортные задачи, перемещения, базируясь на нашем опыте и на наших технологиях. Будьте добры, спасибо. Собственно, на текущий момент у нас порядка 1,5 миллиона одобренных пользователей, 200 с лишним тысяч водителей используют каршеринг BelkaCar каждый день. Технология, это обрабатываем огромное количество данных, то есть там порядка до 30 тысяч петабайт. Я знаю, что не все понимают, но это очень много. И за все время работы, тоже более 5 лет, у нас накопился опыт в обслуживании и работе с транспортом. Соответственно, базируясь на этих активах, мы строим стратегию компании в двух направлениях. Первое направление – так называемые data-centric решения, то есть все решения отталкиваются от больших данных, которые мы используем и для своей платформы, и монетизируем. И второе направление – так называемые новые мобилити-решения, о которых сейчас чуть подробнее расскажу. Спасибо. То есть ядро нашего бизнеса – каршеринг, и он всегда, надеюсь, всегда останется каршерингом. Но мы надстраиваем несколько новых продуктов. Во-первых, это так называемый Belka Testing Technology, в рамках которого мы даем возможность нашим партнерам тестировать и продвигать новые решения в транспорте, автомобили, шины, все что угодно, и даем доступ к нашим клиентам. Большое направление Belka Segment, где мы анализируем и как-то дальше используем данные, которые собираются в нашем сервисе. Уже на предыдущих сессиях говорили, что мы вступили в игру, в подписку. Мы запустили платформу Belka Subs, в рамках которой уже запустили 2 проекта в партнерстве с Audi, со Шкодой, Audi Drive и Шкода Smart Drive. И планируем в ближайшее время на базе нашей платформы запускать разные другие сервисы подписки. И Belka Fulfill — это, собственно, наше решение, которое операционно помогает запускать эти подписки, нам в этом помогает. И такое четвертое направление, оно даже выделено другим цветом, это Belka Лаборатория, то есть мы ее как раз сейчас запускаем. В рамках этого проекта мы даем возможность нашим сотрудникам делать какие-то MVP, предлагать какие-то новые идеи, внутри компании их реализовывать и пробовать масштабировать. Это дает нам возможность поменять направление компании, и вместе с этой платформой мы планируем выходить на международные рынки. Можно? Собственно, если вернуться опять к каршерингу, то есть в какие направления мы сейчас идем? То есть мы запускаем новые географии уже в этом году. У нас основной фокус — это на партнерство, то есть мы делаем это не только своими силами, но вместе с партнерами по всей России. Мы активно работаем над снижением издержек расходов. И, собственно, вот, как я уже говорила, Belka Лабораторию мы планируем делать на международном уровне. Собственно, наверное, это все.
Спасибо большое. Марина, спасибо большое. Радостно, что вы так, ну, с таким оптимизмом смотрите на рынок. Ну вот к нам присоединился как раз еще один эксперт. Друзья, прошу приветствовать Дмитрия Чуйко, основатель проката сервис-аренды электросамокатов ВУШ. Дмитрий, добрый день. Ну, я так понимаю, 30 тысяч единиц техники у вас в наличии, несколько миллионов активных пользователей, 17 регионов вы покрываете. Ну, я так понимаю, что так же, как и с каршерингом, у вас пандемия откусила большой кусок по полной программе. Но и сейчас еще такая вот идет постоянная дискуссия о том, насколько самокат, электросамокат в том числе, это безопасное средство. То есть разговор идет об каких-то ограничениях. Ну, на самом деле, эта история не там не московская и не любого, это любой город крупный, который на себе почувствовал вот этот взрывной интерес к этому средству малой мобильности. Ну и, соответственно, вот вопрос к вам, как вы видите ближайшее будущее, какие, может быть, технологии, инфраструктура, законодательные решения нужно ввести для того, чтобы все-таки сервис был популярен, безопасен, масштабировался не только в крупных городах, но, может быть, еще и в небольших. Как вы видите вот это ближайшее будущее? Дмитрий, спасибо за вопрос. Коллеги, добрый день всем, и спасибо за приглашение и возможность вам немножко рассказать про, про ВУШ. И вот я в первую очередь хотел, наверное, ответить по поводу там, вопроса безопасности. Мы как раз вот на предыдущей сессии это тоже обсуждали. На самом деле самокаты, сейчас самокатом называется все, что, начиная от детского самоката на трех колесах, да, самокатов, которые гоняют там, 100 км в час. И, безусловно, там все это абсолютно разные устройства с разными характеристиками и предназначены для разных целей. И поэтому я вот сегодня презентацию больше построил вокруг вопросов, связанных там, с регулированием и того, что бы способствовало развитию в дальнейшем этого сегмента. А будьте добры, кликер не очень работает. Да, вот у меня есть тезис, и этот тезис, он подтвержден теми цифрами, которые у нас есть, что самокат, электросамокат – это часть транспортной инфраструктуры. Мы четко видим, что вот во всех городах нашего присутствия доля транспортных поездок, а мы поездки разделяем на три категории. Есть транспортные поездки, собственно, когда человек из точки А в точку Б едет по максимально короткому расстоянию. Есть поездки ознакомительные, когда человек просто пробует сервис, и есть поездки там, развлекательные, когда человек ездит там, в парке и так далее. Так вот, доля транспортных поездок у нас зачастую больше там, 60%, в Москве, например, это процент 68, да, и у нас есть города, где он там, до 80 доходит. И чтобы эта история работала как транспорт, нам, безусловно, важно покрытие. И только там такие большие игроки, как мы, способны обеспечить покрытие, потому что самокат должен быть рядом. А чтобы дальше это развивалось как транспорт, можно следующий слайд? Да. Вот. Безусловно, важно регулирование. И вот здесь я хотел заметить там, опыт Москвы. Конечно, Москва лидер вот, в том плане, как процесс регулирования идет здесь, и политика Москвы, она зачастую направлена на то, чтобы поддерживать и развивать этот вид транспорта, за что мы очень благодарны городу. И Москва вводит разумное очень регулирование относительно того, как это должно работать. У нас есть там зоны ограничения скорости, их там уже 50. Москва посчитала, сколько самокатов нужно в городе вот на ближайшую перспективу и предъявила определенные требования к операторам по количеству и по техническим характеристикам самокатов. Москва давно инвестирует в парковки, там, начиная с 2014 года, и сейчас Москва это, по сути, единственный город в России, где есть велопарковки. Да, в остальных городах они присутствуют там, в штучном количестве, а здесь их там, больше даже не 2,5, их больше 3000 штук. Москва развивает инфраструктуру, там 62 километра велодорожек уже построено в этом году, и еще 100 километров, вот коллеги нам говорят, будет введено до конца года. Это, конечно, колоссальные темпы и очень хорошее количество. Вот. Мы, собственно, вкладываем там наши деньги, привлекаем инвестиции. Для нас, безусловно, важно выстраивать там такой транспарентный диалог с городом, чтобы город понимал, что мы делаем, и мы понимали, куда движется город. Когда у нас есть такой обоюдный диалог, и мы, собственно, видим, что мы приносим пользу городу, а мы многое городу можем дать, там, начиная от данных, заканчивая самим сервисом, который разгружает улицы и
разгружает общественный транспорт, разгружает город от автомобилей и так далее. Вот. Нам, безусловно, важно выстраивать здесь такой правильный диалог. Дальше, пожалуйста. Да, вот. И также важны, конечно, правила, которые бы работали на федеральном уровне для всех регионов. Потому что вот есть сейчас предложение там, Министерства транспорта, которое мы считаем очень разумным, которое регулирует, что такое самокат, где он может ездить, с какой он скоростью он может ездить. Да? И, безусловно, вот, нам нужно как можно скорее, чтобы вот, такие изменения в ПДД, они были приняты, и тогда мы сможем там, более активно вести диалог там, со всеми городами, потому что сейчас встречаются кейсы, когда города пытаются зарегулировать весь этот сегмент, ну, давайте, чтобы это было безопасно, оно там, будет ездить очень медленно. Да? А мы понимаем, когда самокат едет там, с максимальной скоростью 25 км в час, на самом деле его средняя скорость, она около 17 км в час, да? Потому что ну, надо останавливаться, где-то нужно тормозить на светофорах, пешеходные переходы есть там, какие-то препятствия, которые нужно объезжать и так далее. А если город начинает регулировать это на уровне там, 15, давайте поставим максимально скорость 15 км в час, то эта история вообще не рабочая, потому что при максимальной 15, средняя она около 7 км в час, это то же самое, что идти пешком, да, никому не надо платить за сервис и пользовать сервис, который, в принципе, никакого value не дает. Пожалуйста. Вот еще один важный момент, по нашему мнению, с точки зрения того, что нужно для того, чтобы сервисы развивались и развивались именно как транспорт, это разведение потоков. И это в первую очередь, конечно, безопасность. Безопасность всех участников движения, и автомобилистов, и тех, кто едет на самокате или велосипеде, и пешеходов. Соответственно, и вот здесь, опять же, Москва идет по пути того, что много инфраструктуры строится, но часть инфраструктуры появляется благодаря тому, что на действующие дорожной сети наносится разметка для велосипедов и самокатов. Вот. И, наверное, завершающий момент, который мы всячески тоже поддерживаем, это то, что в ряде регионах у нас просто нет инфраструктуры. То есть, как я сказал, только Москва богата инфраструктурой велопарковок, а везде, в остальной части страны, мы работаем с так называемыми виртуальными парковками, когда физической инфраструктуры, куда пристегивать самокат, нет, он просто ставится в определенном месте. И, конечно, для того, чтобы повышать порядок, да, чтобы не было хаоса, нам часто нужно, во-первых, согласование этих мест в массовом количестве, а дополнительно нам нужна разметка. У нас есть опыт уже с несколькими городами, когда мы наносим разметку, где можно, соответственно, парковаться самокатом так же, как автомобилем, и это очень, очень хорошо работает. Я вижу, мое время вышло. Спасибо большое. У меня на этом все. Спасибо. Да, спасибо большое. Друзья, у нас остается буквально полторы минуты. У меня такое предложение. Я, если позволите, каждому задам очень короткий вопрос и очень короткий ответ тоже буду ожидать. Дмитрий, у вас там был включен микрофон, чтобы вы далеко от него не отходили. Очень коротко. Как вы планируете бороться с проблемой вот, неприкаянных самокатов, которые стоят, ну, вот где бросили, где пошел, там и бросил? Ну, во-первых, у нас вот именно в рамках нашего сервиса нельзя бросить самокат где попало. Там есть определенные моменты, когда там что-то сбоит GPS. Мы понимаем, что там в режиме плотной городской застройки там сигнал GPS не всегда достаточно точный. И сейчас мы делаем ряд технологических улучшений, которые позволяют нам повысить точность позиционирования. Мы работаем внутри сервиса для того, чтобы показать людям, ну, вот, где, как правильно парковаться. Вот я сказал про разметку парковок, на самом деле. И это очень важный момент, который также позволяет понизить уровень хаоса и повысить уровень порядка. И, наверное, последний момент – это такая, знаете, как социальная реклама. Да? Мы вот с другими операторами и часто с городами сейчас пытаемся делать такую историю, которая бы показывала, как делать правильно, да, потому что зачастую у нас мы сталкиваемся с тем, что отсутствует некая культура использования этих транспортных средств. Люди просто не знают, что там вдвоем нельзя кататься. Да. Если немножко выпил, то не стоит там даже за самокат садиться. Там детей не надо на них катать и так далее, потому что это опасно. И вот для повышения этой культуры мы делаем такую социальную рекламу, и кажется, что это тоже один из способов. Спасибо. Спасибо. Лариан, у меня к вам вопрос по поводу электротранспорта. А долю какую вы ожидаете в будущем? Ну, вот в ближайшие 5 лет. Насколько электротранспорт вытеснит традиционный?
как владелец электротранспорта, мне хочется верить, что большой, но на самом деле тут вопрос курицы и яйца. То есть мы все-таки сильно зависим от двух факторов. Первое – это инфраструктура городская, которая, слава богу, сейчас появляется, хотя, ну, объективно еще там, наверное, не в тех масштабах, как в европейских городах. И второе – это стоимость этого электромобиля, потому что, собственно, уже объявили о том, что со следующего года опять вводят ввозную пошлину. А автомобили в целом дорожают, поэтому нужны какие-то стимулы для того, чтобы в первую очередь операторы каршеринга покупали больше электромобилей, и с появлением этого количества и частные владельцы будут все больше покупать. Пока что мы видим тенденцию только в премиальных автомобилях, Porsche, Audi и прочее, но на самом деле мы, наверное, одни из тех, кто 6 раз в год подходит к этому вопросу, смотрит, что есть на рынке, тестируем все автомобили и, собственно, очень ждем. Понятно, спасибо. Коллеги, ну, буквально у нас 30 секунд, очень короткий вопрос, к вам, Евгений, к вам. Доли народного шеринга и доли автомобилей по подписке в общей мобильности. Вот прям одной цифрой. Прогноз? Да. В горизонте 5 лет? Да. Я думаю, что народный шеринг 2-3%, угу. А подписка 20%. Да, мне подписку сложнее комментировать. Про народный каршеринг для друзей, да, это порядка 1-2%. Небольшой нишевый сервис, который исключительно направлен на определенную группу лиц. Но, конечно же, нам хотелось бы эту долю увеличивать. Понятно. Друзья, спасибо большое. Мы с вами сегодня поговорили про шеринговые платформы, по шеринговой экономике, по тому, насколько это может помочь городу разгрузить улицы, повысить мобильность горожан. Большое спасибо нашим гостям, экспертам и всем нашим слушателям. Спасибо, до свидания.